А там как раз именно по столу только твой стол проходил по силе, так сказать. Остальные все слабые были. Просто вопрос, вылетел бы ты или не вылетел до этого. Худвинг монополии был. А, ну, кстати, я тоже своего худвинка же не собирал. Да. Сетка, ребят, сетки нету. Я не знаю, кто может вам скидывать, у кого там випка есть. Я могу сам лично скидывать сетку, попробую. Вот это, по-моему, сетка. Смотрите внимательно. Я не хочу играть, когда человек вылетел, ребят. Я не буду это делать. Вот он вернулся, сейчас мы заново перестроим. Сейчас заново. Чего не отжимает? Сразу надо было скипать, это же не проблема. Время тратить. Салам, бро, салам, ТЖК. Сегодня я никак не могу играть. В чем проблема, не знаю. Эррор пишет, если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста. Снеси, я не знаю, клиент доты, снеси кастомку, там еще что-то там сделай, проверь целостность файлов. Если это не поможет, то кому-то обратись. Нет, лазерочка, клинул шарит, пацаны, сидишь, получается, да. Так, кто в прошлый раз создавал? Клубничка, ты создавал? Так, давай. Тоже был Эзер, только не знал, в кого идти. Ну, по идее, кстати, Войт, мне кажется, даже вдвоем пролазит такой. Там просто потом, кто кого будет переигрывать, шмот будет решать. Ну, лазерочек это что это у нас? Батчер через лазерочек играл бога Джаггера. Ну, Алема Джаггера. По идее, для меня это фигня была. Ну, на дистанции там я бы все равно войну бы Алемов-то выигрывал. Если на меня не действует ничего, главное расстановку хорошо иметь потом, если мы один на один бы остались и все. Какие там через лазер играют? Войд, гоблин играет. Очень хорошо прям. Ну и тролль Луна, но она уступает. То есть это фигня, скорее. Что там еще можно было играть? Да я бы вдвоем пошел через лазер, тут же вдвоем можно идти. В этого Войдай, причем все, будем до 20-го собирать. Это сейчас не турнирная лобби, турнирная. Турнирная играем. Просто лазер имба именно в такой ситуации, когда три человека проходят. Это вообще имба имбой. Тебе не нужно обязательно игру выигрывать. Ты, по-моему, Саваш через левел играл, так что у тебя лазерочек не такой был хороший. Ты бы точно, по-моему, ты же левел там. А, нет, ты лустрикал. Да, лустрикал. Ты же на монках там стоял потом. Седьмом. Не, у тебя четвертый был, да. В принципе, у тебя лазер тоже нормально. Да, я думал, лазер вдвоем можно было играть. Разве не должен быть в следующем раунде? У нас прошлая игра. Стокгольм, сервер крашнулся. Проблемка, трагедия произошла. Так что мы переигрываем. Но при этом, скорее всего, там в прошлой игре уже были известны как минимум два участника следующей стадии. И плюс был участник, у которого стол плюс-менее, плюс-минус похож на конкурентный. Но мы все равно переигрываем. Вот так вот получилось.
блин, лазерочек есть. Сейчас тут... Сейчас, ребят, Нагвал, Нагвал, делай что-нибудь. Нагвал, ты здесь? Айо. Лазерочек. Подвинки всякие, опа. Игра. R69 Найс, nice, это ерунда, на это особо смотреть не надо, это начало сезона. Допустим, одна победа, я уже Фирс 25 буду примерно. Тут разницы небольшие пока, там дальше по сезону пойдем. Смотрим, посмотрим. Гэл, гэл, ищем престол. Давай. Играем по 2 еда, потому что, ну, это основа. Такой ситуации, там посмотреть, что там. Да. Так, тоже, да, тут все четко. И тут, смотри, Елеваш. Вот чего, ребята, вот что за стрим такой? Почему я стрим подрубил? Чтобы... Го, все тогда в один билд пойдем. Так, ну я могу найти, на чем сыграть. Вроде как шаманы лейт играют с тауранами очень сильные. Но это нужно понимать все, это очень тонко, это нужно запотеть. Потому что тут мультика нету. Манга есть, мультика нету. За их головы назначена награда. Eyes up and shields front. Я сразу тогда тут под голду сразу апну его. Потому что больше мне нечем танковать. Я низвергну всю магию. Сойдет, да? О, ассасинов надо взять. Я спешить не буду все равно, да? Три ассасина могу поставить. В любом случае лазерочек, в любом случае без левела, если даже проигрываю. Геройсик. Барус, Теорена Шаман, а так не делают. Так не делают, изначально не форсят. Тупо игра на этом решается? Нет, она решается, ну да, на топ-3 скорее всего она часто будет решаться. Но в хорошем лобби не часто, скажем так. Твоего вайда могут и переиграть в хорошем лобби, там топ-4 займешь, топ-5. Но я думаю, для меня это будет гарантированный топ-3, если я лазер на 10-м получу. Сейчас получилось. Значит, доктор появился тут. Проклятие и кости. Принес я к вам кости. Раз мячу сыграл здесь.
у меня успел. Я сюрикен не успел дать, чтобы КД было хорошее. Да. Пока не буду спешить с этим. В прошлый раз ничья была, да, так плохо. Так. Титан. У нас всего лишь трое в пятом левеле. Не, Клопа это демон, тут по этим, по классу панда не может принести. Только по расе. Блин, можно апнуть, конечно, его. Можно что-то другое, получается, разыгрывать. Как ему повезло, это вообще бред. Я сильнее тут был. Ну, то есть потому, как тут ведь... Это... Тут боги есть или чё? Ну, да. Люблю зиму. Так. Марс сыпет много. Согласен. Можем взять. Но, блин. Тут только... Тут, видите, ассасины есть. Точно не уступят. Тут через Марс играется только приста бог. Банный тоф, условно. Но это приходит лазер. Но лазер я проще сыграю в Вайда. Намного проще будет. Вайда на двойках сделать. Вайда на двойках тут нечем делать. Либо лейт, либо войт на единичках. Войт на двойках только через фэмили играет. Через лазер я предпочту этого. Лоу билд, он надежнее. Апнул панда, молчит. Бывает. Он говорит, волт есть. А, батчер не дефнул, просит ремейк. Это плохо. Так, он говорит, пол сыграем, лейт пойдем. Пусть 60 будет на 11-м. Ну, нормально, вполне ок.
8 Марс уже, ничего страшного. Следующий ход 70 все равно будет, ой, 80, так что, ну, паджика продам, что-то поставлю. Перки, плиз. Все там сейчас хумов, все остальное буду набирать. Банкира, в принципе, тоже можем выполнить в этой игре. Блин, Тимбер, кстати, тут хорошо играл бы. Но я не могу рисковать, да. У меня не было банов. Кого бан? Бан Алимов, да, у Батчера. Еле. Они войдов играют без лазера даже. Ну тут не войд, тут гоблин. О, сильно ко мне зашли. Подолыниваются на мангусах. Дашку нашли. Могила не для тебя. Сином, да. Да, не везет с оппонентами немножко. Thank you.
Much obliged. Much obliged. Там можно, можно раскрыть, да. Кем Эйнами играет? Он через Даргир играет. Мы драконы. Питлокерка собрали. Я говорю, ко мне не заходит, когда собрались, заходит тяжело. Так, вот именно под эту шмотку реально можно престов лазера может даже сыграть. Так. Душно, душно. У меня хп нету уже. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Тяжелая игра намечается, прям душа очень сильно. Ну, типа нету, да. Time to save the world. Again. Я в долгу перед тобой. Со шмотками.
не того захватывает. Мой дух вернулся в тело. Так. Еще потерпеть чуть-чуть. Я там сролится. Enchanted, I'm sure. Who is that? Show yourself. Я не знаю, тут сейчас 34 хп, сейчас буду подраливаться потихонечку. И как-то хочу свапнуться по итогу потом. Медленно все будет вам. Свапнуться хочется, да. Дальше синап нужно. Классико. И здорово. Девятым будем подраливаться. Там уже 4 шамана есть. Ощутите дрожь. Так, ладно. Давай сыграем в игру.
У нас тяжело к столу. Чен нужен, чекер нужен. Давай сыграем в игру. Еще одна стрела в колчане. Тяжело. Тяжело. Здесь я лучше мог подраться. Эта форма подойдет. Классико. Enchanted, I'm sure. Меня послали сестры Вуали. Время пострелять. Kill.
корона, да. Можно не рисковать. Человек вокруг поставит. Два раунда, чем мне эти 8 голды, 16 голды, ничего не дадут. ХПшку сейвить. Есть, энерджи есть. Виталити нужен еще один. Сейчас я разберу тут. Быть злодейкой. Хорошо. Благодарю. То есть оно должно быть сильнее. Так долго ману набирала у него. И темпларка тоже нужна как раз десятым слотам. Там стрик, кстати, сбили. Мне леги нужны. Дизраптор, пардон. Я под них же расчет, то есть. My faithful join me. Ладно, крипов дефнем, там уже разберемся. В принципе, мне можно было 9 стоять на гритволте, но я обязан был страховаться, наверное. Не знаю. Но с 2 клопой, если была бы, я бы, наверное, пожадничал бы там. Все, я собрался, мне осталось только в двоечку их прогнать.
же легко пробиваю. Стрик не успели сбить. Перк лучше Чена, но у меня дизраптор под богами будет. В итоге, ну, у меня будет дизраптор, а под богами шаман. Верка очень сильная, у меня шмотки еще есть. То есть она то греном еще защищает, тут сейве по сути стоит. Жду стримлера в финале. Верф 3. Посмотрим. Здорово, Вась. Так. Ну тут можно еще Рики брать, пока я не знаю, вместо Верки как раз. Но по идее это темпларка должна быть. Это так, пошутили немножко, хватит. Тут 4 бога. Ну, по идее, здесь играет, я, в принципе, могу убрать потом. Словно у нас что-то получше будет. Тоже не надо. Я думаю, так нормально. Верк очень много раз дает, вроде нет. На этом за раз убил. А под худом хилится, живет. Все умерли от карапасов. Папа живет. Что собрался в итоге 6 шаманов. У меня точно не хуже. Вот это ТБ, конечно, ТБ очень противный. Вообще зря. Да, ТБшка очень... плохой персонаж шамана. Тут немножко повезло Саважу, везет сильнейшим, мог его выбить. Смотрим, других ребят придется выбивать. Четыре было бы уже, но нам не хватило бы на шаманах, поэтому я все правильно делал. Дизраптора важнее Легу, тут какой-то народ было. У нас и так в порядке. Папа под богами, все четко. Еще одного Т2 дизраптора можно в верверке даже ставить, посмотрим. Тут на самом деле смешбакал. Не, ну ассасин темпларка оверверки хорошо идет. Ну Т2, конечно же. Так, в порядке. Немножко антимаг меня подловил, какое-то время получили. Я намного сильнее. Кира. Хорошо.
Меня чисто ответкой бьет. Чисто ответка некса. Я могу убивать. Шмана же есть, да. Благодарю. Ну да, то есть Триксов тоже обязательно на самом деле нужно было делать. Sharpen my spear and I'm ready to go. Enchanted, I'm sure. Так. Я в долгу перед тобой. Я в долгу перед тобой. Классика. Здорово, арбуз. Увидеть за Трикса, чтобы его чужие шаманы не прилетели. Ну, кстати, он будет под богами. Может быть, в этом тоже неплохо. Понятное дело, что он не свапнется в шамана. Но в целом, если он с зарядкой, вот такой вот, именно вот такой дизраптор стоит с Трикстером, это на самом деле это даже может быть не хуже. Если так подумать, у него будет 2,5 секунды кулдаун. Ой, не, не 2,5, а 4, получается, 5. Не, 5 фигня, значит, тогда. Ну, хотя нормально, плюс-минус. Саш, ну что сыграл? Так, а там, да. GG, ребят, я еще и квест выполнял. Все, можно ливать с турнира, короче. Так, ГГ.